Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я приготовлю легкий десерт банановое мороженое. Перекладываем замороженные бананы в миску, выливаем натуральный йогурт, добавляем сахарную пудру и щепотку корицы. И все хорошо взбить блендером до однородного состояния. Полученную массу перекладываем в бокал и наслаждаемся вкусом. Легкий вкусный десерт за одну минуту. И если вам понравилось, обязательно попробуйте приготовить, вы будете в восторге. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. С вами была Ольга Лунгу на канале «Готовим вместе». А вам я желаю приятного аппетита!